Штормовые порывы и сильное похолодание красноярцев предупреждают о резкой смене погоды. Этой ночью шел снег достаточно сильный, и вот после такого сказочного затишья уже утром ветер усилился. Сейчас порывы достигают 20 метров в секунду. Вновь ожидается снег, метель, ну а столбики термометров поползут вниз. В выходные температура упадет до минус 5 градусов, причем морозно будет даже днем. Такую погоду в регион принесет холодный фронт. Но уже к середине следующей недели он отступит. На нашу территорию выйдет антициклон, осадков станет еще меньше и температура еще немного понизится. И начало следующей недели также ожидает морозная погода, но она сохранится до середины следующей недели.